Йоу, это Франклин, и это мое первое видео на YouTube. Сегодня мы решили повторить нереальный челлендж одного великого человека, которого звали Big Smoke. Да, сегодня мы забрали его заказ из Quackenbell, еще добавили сюда бургершота, куча бургеров, у нас тут картошечка, курочка, бананы обязательно, потому что надо вести здоровый образ жизни, это вам Франклин Клинтон говорит. Ну и сейчас я постараюсь все это съесть, не забыли вы, конечно же, и большие содовые, да. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а мы приступаем. Блин, кто там звонит в мою дверь, а? Хватит звонить в мою дверь, мы тут видосик для Ютуба снимаем. Омар, подожди, никуда не уходи, сейчас проверю, кто там пришел. Симон, какого черта ты делаешь у моего дома? И погоди-ка, я где-то уже видел эту Теслу Сайбертрак. Новый рабочий день у работника месяца. Пришло время узнать у Симона, что мне нужно будет угнать сегодня. Здорово, Симон! Франклин, сегодня у тебя очень важный заказ. Нужно отправиться на киностудию и угнать оттуда, внимание, Теслу Сайбертрака. Вау! Интересно, кому принадлежит такая крутая тачка? Здравствуйте, сэр. Я не собираюсь воровать ту машину, мне нужно всего лишь доставить ее и его владельцу. Так, это что, выстрелы? Что за выстрелы? Блин, это Дуэйн Скала Джонсон! Это его машина! Так, нужно сваливать в ту зону как можно быстрее. Вот же черт, Симон мне ничего не сказал, то что я ворую машину у Дуэйна Скалы Джонсона. Симон, это же Тесла Дуэйна Скалы Джонсона. Какого черта ты приехал на ней к моему дому? Франклин, мальчик мой, мы в полнейшей беде. Он выследил нас и хочет нас убить. Тебе нужно избавиться от машины немедленно. А я тут при чем? Ты меня попросил угнать ту машину, сам разбирайся со всеми этими делами. Ты меня понял, Симон? Меня в это не вмешивай. Я там записываю свое первое видео на YouTube, и когда я разбогатею, я нафиг уволюсь, ты понял? Все, я возвращаюсь к работе. Франклин, он знает, что это сделал ты. Если ты мне не поможешь, он придет к тебе домой. Да что ж ты будешь делать, Симон? Ну как мне решить ту проблему? Что мне делать с этой машиной? Скажи мне, пожалуйста. Ладно, я постараюсь ее где-нибудь спрятать. Блин, еще неделю назад я угонял эту машину, восхищался ей, а теперь мне нужно что-то с ней сделать. Но я не могу просто избавиться от этой машины, это же Tesla Cybertruck. Я предлагаю вернуть ее туда, откуда мы ее украли. Если Дуэйн Скала Джонсон увидит то, что я вернул ему его машину, он, наверное, передумает нас убивать вместе с Симоном. Так что давайте ехать на киностудию. Кстати, а пока Франклин направляется на киностудию, я приглашаю тебя вступить в мою группу ВКонтакте, потому что там тебя ждут самые крутые мемчики и самые свежие новости. Ссылочка есть в описании. Фух, только как мне незаметно вернуть эту машину обратно? Здесь ведь пропускная система и наверняка будут вопросы, кто тут приехал на Тесле Сайбертрак Дуэйна Скалы Джонсона. Так, постойте-ка, мне Омар написал странное сообщение. Немедленно приезжай в автосалон Симона. Зачем мне ехать в автосалон Симона? Что у него там случилось? Может быть, он как-то смог договориться с Дуэйном Скала Джонсоном, и мне не придется возвращать ему эту машину. Блин, я так близко был к тому, чтобы вернуть эту машину на киностудию, а теперь мне придется ехать на другой конец города. Ну ладно, если Омар срочно меня зовет к автосалону Симона, то значит туда мне и надо направляться. Зачем Симон вообще ворует машину таких знаменитых, богатых и успешных людей, которые могут надрать ему задницу? Ё-моё! Что тут произошло? Омар! Омар! Господи! Весь автосалон горит! Все тачки уничтожены! Омар, что здесь тряслось? Здесь произошел какой-то взрыв! Блин, это 100%! Это 100% сделал Дуэйн Скала Джонсон! Так, а с Симоном что? Так, пожарные сюда едут! С Симоном что-то, Симона спасти! Ай, блин, сколько огня тут! Черт, какие дорогие машины! Все эти машины угонял я! Теперь все они уничтожены! Так, погодите-ка! Симон? Симон, это ты? Боже мой, там валяется обугленное тело. Наверное, это и есть Симон. Так надо выбираться отсюда. Омар, тебе нужно немедленно сматываться из этого города. Дуэйн Скала Джонсон открыл нас самую настоящую охоту. Он хочет нас убить. Блин, а я еще приехал на Тесле Сайбертрак прямо на место преступления. Господи, о чем я думал? Надо срочно валить отсюда. Так, Омар, все, каждый сам за себя. Автосалон все равно взорван. Симон, к сожалению, убит. Теперь эта машина остается исключительно на мне. Слушайте, я вот думаю, может мне просто оставить ту машину себе? Может быть, Дуэйн Скала Джонсон ничего обо мне в принципе-то и не знает. Я смогу спокойно ей теперь пользоваться. Надо будет только ее перекрасить обязательно. Ох, Симон, какой же ты дурак. Ну нельзя было воровать машину у каких-нибудь гангстеров из гетто. Они бы тебе ничего плохого не сделали. А Дуэйн Скала Джонсон это все-таки
Серьезный человек. О нет, мне пришло сообщение. Пришло сообщение от Скалы. Откуда он знает телефон Франклина? Я скоро до тебя доберусь. Блин, ну все, теперь он точно знает и про меня, и, наверное, и про Ламара. Главное, чтобы он моего братишку Ламара не положил. Ну или, по крайней мере, положил его вместо меня. Так, окей, мне нужно срочно валить из города. Он будет искать меня в городе. Нужно избавиться от этой машины. Нужно ее утилизировать, но... Блин, как утилизировать Теслу Сайбертрак? Это ведь самая крепкая машина в мире. Я предлагаю доверить эту работу знающему человеку, Тревору. Тревор с ней точно сможет что-нибудь сделать. Так что едем в Сэнди Шорс. Главное, не рассказывать ему, чья это машина, потому что Дуэйн Скала Джонсон — это любимый актер Тревора. Фух, ну здесь меня никто искать точно не будет. Давайте быстренько сбагрим эту машину Тревору и будем возвращаться обратно в Лос-Сантос. Хотя... Погодите-ка, возвращаться обратно в Лос-Сантос тоже не самая лучшая идея, ведь Дуэйн Скала Джонсон меня ищет и будет задаваться вопросами, где его тачка. Ну, тогда заляжем на дно, улетим куда-нибудь подальше и дождемся, когда он про все забудет. Так, постойте-ка, это кто сзади меня бежит? За мной гонится какой-то мужик, и он бежит очень быстро, не могу от него уехать. Черт побери, кто это? Я не могу поверить своим глазам, это Дуэйн Скала Джонсон. Он бежит прямо за мной, прямо на своих двух ногах. Черт, я не могу ли уехать от него? Пожалуйста, мистер Дуэйн Джонсон, оставьте меня в покое, я оставлю эту машину вам. Все, я паркуюсь и оставляю эту машину вам. Только оставьте меня... Вау! Ничего себе, он меня бортанул. Оставьте меня в покое, все будет окей. Он меня поднял! Что происходит? Блин, ладно, все, поехали от него. Ну я не знаю, что он будет делать с Теслой Сайбертрак. Не ломайте свою машину. Блин, он меня пытается ударить. Пожалуйста, Скала, не надо этого делать. Господи, во что же я ввязался? Так, ладно, нужно съезжать с дороги и валить куда-нибудь. Ах, черт побери. Боже мой. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Мистер Скала Джонсон, я извиняюсь. Франклин не хотел воровать у вас машину. Это Симон меня заставил, вы уже избавились от него. Давайте я просто верну вам машину. Черт, она все-таки взорвалась. И куда-то летит. Блин, Дуэйн Скала Джонсон только что самостоятельно уничтожил свою машину. Ах, блин. Так, ладно. Он, по крайней мере, вроде как от меня отстал. Франклин, ты живой? Я надеюсь, ты живой. Все, нужно... Что произошло? Вот блин. Дуэйн Скала Джонсон меня отмутузил. Одним ударом отправил в нокаут, и я появился в медицинском центре Сэнди Шорс. Я без машины, я без денег. Единственное, у кого могу просить помощи, это Тревор Филлипс. Ну, черт побери, он открыл на меня самую настоящую охоту. Я даже не уверен, что он на этом деле остановится. Хотя он уже уничтожил свою машину и отомстил за свою машину, получается. Если бы это не был GTA, я бы уже лежал в могиле. Но из-за того, что это GTA, я просто появился в медицинском центре. Фух, ребят, никогда не связывайтесь с Дуэйном Скалой Джонсоном. Вы знаете, что может из этого вылиться. Так что, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте ему свой зверский лайк. И не забудьте подписаться на этот канал и не пропускать другие видосики по GTA 5 и не только. У микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения, удачи и пока.